спонсор рубрики «Что есть?» – Пермский мясокомбинат. Колбаса от Пермского мясокомбината вкусно и натурально. Путь маленького рисового зернышка от зеленого ростка его родившего до улыбки при произнесении этого радушного слова «рис» довольно сложно описать коротенько и по существу. Но то, что в итоге поражает воображение и формой, и цветом. Белый, бурый, черный, даже красный. Все это рис, а уж сколько разных блюд из него получается. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и сегодня мы приготовим удивительно интересное, яркое блюдо из риса, если, конечно, все будем делать так, как советуют наши победители. Победители конкурса «Семейные рецепты» на этой неделе. Итак, давайте знакомиться. Это Екатерина Руперт, это ее брат Андрей, это Катя с мамой Ириной, а это, собственно, автор рецепта. Нет, конечно, не охотничий спаниель Грей, а, как пишет Катя, мой кулинарный папа Дмитрий. Он всегда придумает что-нибудь вкусное. Что ж, рассказываем эту вкусную историю. Мы с мамой, папой и братом, это я цитирую письмо Екатерины, очень любим активный отдых. Часто ходим в походы, на охоту и рыбалку, зимой катаемся на горных лыжах. Однажды мы всей нашей большой семьей ездили отдыхать на море, а когда вернулись, поняли, что кроме нескольких колбасок с поездки, да риса дома, больше-то ничего и нет. А как хотелось кушать! И вот тут еще раз повторю это понравившееся мне определение. Мой кулинарный папа придумал свой способ приготовления ризотто. Да, дорогие друзья, вот это вырисовывается еще одна вкусная область наших желаний и, собственно, готовок. Как существует, скажем, еда для праздничного стола, еда в дорогу, есть, оказывается, еще и послеотпускная кулинария. Умудрись приготовить из того, чего нет, или минимум. И вот здесь письмо нашей героини приобретает мужественные интонации, поскольку все, что касается тонкостей рецепта, объяснил уже непосредственно сам автор Дмитрий. Скажу сразу, все с точки зрения приготовления ризотто итальянского блюда выдержано точно, достойно, детально. Его девиз «Мешайте меня, мешайте» идет об руку с терпением и настойчивостью, от плиты не отойдешь. Но хитрость нашего рецепта победителя еще и в свежем взгляде на этот процесс. Как пишет Дмитрий, в приготовлении ризотто нежелательно использовать холодные жидкости. Абсолютно верно. Однако мне показалось, что если чередовать теплый бульон с холодным вином, удастся не только избавиться от резкого запаха, но и добиться насыщенного цвета. Вот не знаю, насыщенного ли цвета добились мы, но, честное слово, старались. Результат вот он, а подробности приготовления давайте повторим. Ризотто с баварскими колбасками. В глубокой сковороде распустить маленький кусочек сливочного и немного оливкового масла. Обжарить колбаски, нарезанные кругляшками, и измельченный лук до мягкого состояния, не допуская потемнения. Засыпать рис, перемешать минутку, чтобы он пропитался маслом. Влить половину вина. Помешивая, подождать, пока вино не выпарится. Далее добавлять, чередуя бульон и вино, до тех пор, пока рис не будет готов. Потом добавить щедрую порцию пармезана и сливочного масла, размешать. Накрыть крышкой и оставить на пару минут дойти. Итак, оригинальное яркое блюдо из риса с колбасками получилось. И за этот замечательный рецепт огромное спасибо Екатерине Руперт и всей ее большой дружной семье. Особенно, конечно, папе Дмитрию. Еще раз спасибо. Вы получаете подарок за победу в нашем конкурсе «Семейные рецепты». Вот эту аппетитную корзинку от Пермского мясокомбината. Ну а вам, дорогие друзья, еще раз напоминаю nd@refey.ru. Присылайте ваши оригинальные рецепты, фотографии, не забывайте указывать контактный телефон, а то, что будет в призах на следующей неделе, расскажу уже в понедельник. Поверьте, тоже все замечательно. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.